Привет, смешарики! Вы на канале Шарарама. Мы не могли не обратить внимания на ваши положительные отзывы под первым видео со спидраном Шарарама, и поэтому делаем для вас вторую часть. В этом видео мы попытаем свои силы в одной из игр Египта, в лабиринте. Если вы не смотрели первую часть про спидран по паучку Ханди в джунглях, то настоятельно рекомендуем вам это сделать. А для тех, кто смотрел, но не помнит, что же там было, давайте быстренько вспомним. Суть спидрана – завершить то или иное задание за кратчайший промежуток времени. Правила могут варьироваться. Мы могли бы просто проспидранить пирамиду как можно быстрее, но в этом слишком мало челленджа и недостаточно переменных, которые могут повлиять на наш результат. Именно по этой причине главным условием нашего спидрана станет не только самое быстрое время, но и обязательный сбор всех драгоценных камней на каждом уровне. Дополнительные условия в качестве сбора всех сокровищ по дороге к главному кладу сделает нашу категорию сложнее для прохождения и, следовательно, более конкурентоспособной. Игроку придется полагаться на рандомное расположение сокровищ в каждой комнате таким образом, чтобы тропинка через все драгоценности была как можно короче. Для слежки за прогрессом мы также будем использовать сплиты, их всего 5. Зал 1, зал 2, зал 3, зал 4 и победа. Как только мы начнем играть, включится секундомер. Каждый из сплитов является отметкой завершения определенного сегмента. По завершении первой комнаты мы перепрыгнем на следующий сегмент, и в правом столбце таблички сплитов будет указано время, которое прошло от начала забега до конца первой комнаты. Последующие значения в столбике справа показывают общее затраченное время от начала забега до конца данного сплита. Тайминги по центру показывают разницу между текущим результатом и записанным в таблице. Наша цель с этим спидраном – успеть более чем за 3 минуты. Насколько это возможно, мы с вами сейчас и узнаем. Ну что ж, поехали! Как вы видите, нам удалось проспидранить пирамиду быстрее, чем за 3 минуты, и собрать при этом все драгоценности на пути к главному кладу. Финальное время действительно впечатляет. Как думаете, сможете ли вы выполнить челлендж еще быстрее?
Надеемся, что вам понравилась вторая серия спидрана по Шарараму. Если вы хотите увидеть больше интересных спидранов, обязательно пишите нам об этом в комментариях и предлагайте нам другие мини-игры. Перед тем, как мы закончим, снова конкурс. В этот раз мы разыгрываем очки ведущего. Вы можете принять участие в розыгрыше в нашей официальной группе во ВКонтакте. Ссылку на пост для участия в конкурсе вы найдете под видео и в комментариях. Мы выберем одного игрока случайным образом и огласим победителя в следующие выходные. Поторопитесь, заявки на участие в конкурсе принимаются до пятницы 8 июля. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и рассказывайте об этом видео своим друзьям. Большое спасибо за просмотр. Увидимся!